Вот на этой горке я поеду сейчас. А где вход-то, интересно? Сейчас нет. Мы заботимся о вашем здоровье и здоровье наших коллег. И еще раз напоминаем вам... Все ближе и ближе. Короче, ребята, это жесть. Жестко, да? Ну ты, ну ты молодой еще. Капец. Очень здоровая помещение. Площадь. Очень здорово. Еле, блин, пока найдешь эти горки, пока найдешь аквапарк, уже час прошел. Пока в очереди постоишь, этот час прошел. Кто-то говорит, 20 минут постоит максимум. Короче, идем на горки. Там дети покупаются, отдохнут, а потом домой через 3,5 часа. Здоровая площадь вообще. Мне кажется, самая беспонтовая экскурсия. Да не, ну тут то, что реально, тут кто-то в одном месте, это в другом месте. И ходишь, как дурачок. Не организован, видишь? Это не песок, что ты че, Андрей? Вода ледяная. Вообще ледяная вода. Холодно как, да? Не плачь, что ты плачешь? Ой, как холодно, да? Не плачь, что ты боишься? Не плачь, ты что там, малыши не плавают? Все? Вот и все. Вот и все. Держись. Ты, Андрей, я сейчас высажу, блин. Руки убираешь, держись, где надо дышаться.
уже не может держаться. Что случилось? Что? Выпрями жопу, что сделай туда дальше. Кошмар. А мы в жилете можно? Да. Что-то не туда в жилете можно, да? Можно. Можете. Иди с ним прыгни. Да, держи. Ты холодно? Холодно, что ли? Ой, не могу отпустить ноги. У меня наоборот они пытаются. Вот чтобы стоя прокатиться с горки, с этой горки. 30 минут ожидания. 30 минут ждать. Обалдеть. Я не стал ждать. На камеру. Давай, поехали. Вот я также поехал в одежде. И смотрите, что будет сейчас. В одежде. Я вышел весь сырой. Не подготовился, очереди не было. Я быстренько залез, все, весь сырой. А мои вон где катаются. Качай! А, так вот оно есть? Да? Чего он начнет, сказали, чего он так сказал? Раньше начал. Вон Мишка с этой ручкой
уже быстро. Thank you.
Жесть, уже выходить надо из аквапарка. Тут на войну пошли. Сухие, ой. Короче, против. Тут на берегу стоят, вот война идет. Все в хлам сырые, блин. Вот такой вот тебе это. Крутить надо, короче. Вот. И вот там друг друга стреляют. Со всех сторон. Прикольно? Вот сейчас того мужика застреляем. В белой футболке. Он офигеет. Так, Андрей, Максим, ты наоборот это, крути. Вон, вон, стреляй в этих, вон. О, сзади. Я говорю, сзади. Сейчас война будет. У меня рука уже устала. Хорошо.